Если маньяк-насильник схватил вас за попу, не надо паниковать. Сделайте захват! Бросок! Абракадабра. Самое интересное, что я не записал, что... Да не будь таким серьезным, только это... Вот с теми дядьками можно быть серьезным. Что вообще здесь будет, Ваня? Здесь проходит мероприятие, которое называется «Мистер 2017». Такой первый опыт в Надыме проведения именно мужских конкурсов на выездных площадках. То есть это выездная площадка? Ну, грубо говоря, да. Насколько я знаю, инициатором является администрация Надыма Надымского района. А зал предоставляется Надым Ситихолом. Вот. Ты занимаешься? Я занимаюсь здесь звуком, кручу веселые ручки, которых тут много, помогаю всячески. А вообще команда, которая все это организует, состоит из скольки человек? Ну, сложно сказать однозначно. Здесь большой комплекс людей, которые задействованы в разных сферах. Ну, порядка, наверное, 10-15 человек есть. А что здесь еще будет проводиться помимо этого конкурса? Ну, площадка многофункциональная, никаких конкретных векторов направлений не существует, просто проводятся мероприятия, которые могут проходить даже в частном порядке, из разряда юбилеи, свадьбы, дни рождения. То есть, если я захотел сделать вечеринку, я собрал всех своих друзей, арендовал у вас площадку и погнали? В принципе, да, можно и так. Я думаю, что все гибко, все легко. Последние несколько мероприятий это проходил снежный ком здесь для молодежи, для учащихся школ, битва диджеев. Здесь в выходные регулярно бывают детские мероприятия. Я работал буквально месяц назад здесь рок-концерт, вот, который тоже, надеюсь, будет хорошей традицией. Вот. Ну и мероприятия еще городского масштаба, я надеюсь, здесь будут тоже проходить. Меня приглашать будете? Приходите. Спасибо. Спасибо. 52, 50. Погоди, ну там процесс снимает. 50, давай. И... Ну чё? Здравствуйте, Александр. Да, пожалуйста. Не надо. Что значит, здорово. Пожалуйста? Пусть останется. Ну, убери, пожалуйста. Пусть останется за кадром. Пусть останется, знаешь, как да, есть да, в самых популярных этих бэкстейдж. Я понимаю, отлично. Ты можешь его перевернуть, мы сейчас сделаем грязное дело, потом будем решать. Целоваться, да? Что ты ли? Будешь снимать? Тебя? На ДНТВ вы будете снимать? А ты хочешь? Ну, я хочу маме показать, что это. Ну, ты скажи, ты вообще готов выигрывать? Я уверен, что я выиграю сегодня. Но ты... Лента готова, именная. Что ты пожелаешь своим соперникам? Показать, ну, все, на что они способны. А на что они способны? А это мы увидим на сцене. Да. Ну, а если у тебя не получится? Ну, мама меня и таким любит. Мама тебя этого не простит. Ну, если что, квартиру сниму, пойду. Да, да. Здорово. Как она? Ты не стесняйся ее. Она с нами, она вместе. Видишь, я уже усилился. Я сцены-то боюсь, а да? Ты еще и камеры здесь. Не, ну если хочешь, я тебя и наверху поснимаю. Не? Ну да, зачем снимать, как опозоришься, да? Ты что так настроен-то? Что за негатив, да? Ты за кого болеешь? Ну вообще ВКонтакте я болел за тебя. Ну я всегда менял угол сам, чтобы никому обидно не было. Надо в касках. В касках? Да. А может, когда народу больше будет, не? А что у тебя народ обязательно? Массовка же. Дай ему тоже каску, что-то. Слышь? Ну я вообще видел ВКонтакте, вы занимаетесь, ну, каким-то проектом, да? Расскажи, что это вообще за тема? Ну то, что вот вы на конкурс гоняли. Сначала начну, ну, с того, что мне интересно. Вы гоняли на какой-то конкурс. Получается, мистер 2, вы мистер 2. О, смотри. Все уже. Наверное. Да, в Челябинске. Лучший сантехник в России. Лучший сантехник? Кубок России, да. Лучший сантехник. Ну, я понял. По призванию, я бы даже сказал. И что, у вас это, получилось что-нибудь выиграть? Ну как, приняли участие, там соперники были очень серьезные, с ними было сложно бороться. Да? И Константин Розарио собирают автоматическую станцию автономного водоснабжения. Проще говоря, аппарат, который устанавливают, к примеру, в многоэтажках для очистки воды. Норвежец и итальянец встретились в Ямало-Ненецком автономном округе несколько лет назад. С тех пор чинят трубы в тандеме. Сегодня защищают честь региона на конкурсе лучших сантехников. В Челябинске впервые делятся впечатлениями. Сколько команд было? 30 команд было, да, из 85 регионов. Ну, не только Россия, были еще дальние зарубежные.
Сербия, Эстония. И, короче, а сейчас вы решили покорить эту сцену, да? Да, попробовать. Попробовать? Ну, я смотрю, ты уже вроде что-то там завоевал в интернете, да? Да. Приз зрительских симпатий. Да, да, да. Ну, давай честно, накрутил? Нет. Ну, чуть-чуть. У меня в знакомые, елки. Лайки, лайки, шмайки-то все время. Сидишь просто, залез в соцсети, давай, проголосуй, проголосуй, проголосуй. А, ну, короче, вы клянчили, да? Да, ну, да все клянчили. Донец не клянчил, что ли, скажи мне? Да по-любому клянчил. Ну что, как так можно выиграть столько знакомых, а они даже не знают об этом конкурсе, понимаешь? У нас, понимаешь, деятельность такая, у нас клиентов много, которые просто элементарно написал, позвонил, сказал, как поживаете, прочее, разное, там уже между тем. Ты готов победить? Я готов участвовать, а победу решать не жалею. Да? Ну а свои силы как, ты готов порвать? Ну если не порвешь, то можно морду набить, да? Конечно, пацаны уже на улице ждут, опять человек ожидает. Ну правильно. Победитель от первого ловит. Я вам сказал, я буду, меня не трожьте. Да. Но самое главное, что могу пожелать, это, наверное, удача. Спасибо. Это еще один из да? Да, из людей, которого сейчас... фаворит, я бы даже сказал. Да? Александр. Анатолий. Как? Анатолий, очень приятно. Ну, рассказывай, ты говоришь, дрожь в ногах? Да, это так, чисто юмора ради. Да? А ты представляешь какую-то определенную команду? Организацию или ты чисто лично? Я чисто от себя. А вот, Саня, мы это все знаем, глянем. Да, ну вот я смотрю, кто обошляет здесь, да? Не, кстати, Ростелеком здесь даже судей нету. Да? Ну в судях-то их нету. Но вот если я там смотрю, там вот на столе у вас прям так денежки, это, наверное, для судей, да? Нет. И не капельки. Ну ты вообще готов побеждать? Я готов участвовать, а чтоб кто победит? Что-то вы все так говорите. Если не победишь, готов набить морду кому-нибудь? Максимум напиться. А, максимум напиться. А потом набить морду. Из этого никак. Чтоб было все весело, да? Ну, понятно. А главного соперника кого считаешь? Да, честно, да. Сам себя? Конечно, сам себя. Кого же еще? Даже не знаю. У тебя есть какие-то заготовки, специальные фишки, чтобы я был готов снять от них? Да, в принципе, таких заготовок-то и нет. Ты вообще готовился? Нет. На паре? Да. Давай, подкаблучник. Понеслась, уговаривай свою женщину. Я не буду этого делать. Давай, угомонись. Слышь, а самое мне интересное, вы друзья или, будете биться как воины? Не, ну мы линейку возьмем потом в конце, последний конкурс. Да? Ну сегодня вечером мы будем очень друзья. Биться, да? Ну что, удачи, мужики. Нихера себе. Взаимно. Удачи. Не ссыпай. Давайте. Целуемся. Десна. А мне кажется, кого-то не хватает здесь. Да. Ваш было больше. Назарю и Донца. Толесина. Ну кто победит-то сегодня? Давай, быстрее. Я пока. Кто? А, я решаю, да? Ну да. Я решаю, кто победит. Да, давай ты. Посмотри, кто мне больше понравится. Да? Ну, наверное, ты сам себе больше понравишься. Я ненавижу себя. Нет? Ненавидишь? А почему решил участвовать? Заставили. Думаешь? Он пьяный был. По той же ситуации, да? Мне брат Саша позвонил, сказал, будешь участвовать? Я, будешь. Да, брат. Буду. Да. Ладно, тебе кто? Мама? Я все мама, да. Мама, я люблю тебя. У тебя решает только мама. Маменькин сын. Да, я такой. Ну, мне кажется, у него будет зато более в победе идти больше и больше. Я говорю, для мамы я уже чемпион. А вот и третий. Слышь, а он мне там со сценой сказал, короче, что у него там пацаны бритоголовые сидят. И то, что, ну, если он проиграет, всем... Кто? Кыштан? Да. Там видели мы тех пацанов бритоголовых. Максимум, что у них есть, это бритая голова. Вон там. Вот видишь, тоже вот слушаем. Вчера в Мельяне такие же были. Да, я могу, конечно, потанцевали. На танцполе разбили. Вы после репетиции, когда приходите здесь, да? Да. Просто избиение было. Короче, вы все здесь не по неволе, да? Да. Ты даже это? Ладно, ты шоу не видишь, ты шоу видишь, я же шашка, я же казак. А, да, ты казак. Вот он что. Серьезно. Да,